Руководство второй школы города Видное провело встречу с родителями учащихся. Мероприятие началось с концертного номера, подготовленного старшеклассниками, после чего началась официальная часть. Перед собравшимися выступила директор школы Татьяна Самохина. Она рассказала о достижениях учителей и успехах их учеников. Реализация целевых проектов направлена на создание образовательной и воспитательной среды, обеспечивающей каждому ребенку условия для получения полноценного образования. В рамках воспитательной работы школа взаимодействует с Центральной библиотекой и районным историко-культурным центром. Школьники принимают участие в спортивных состязаниях и образовательных олимпиадах. На собрании присутствовал заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев, который отвечает за вопросы безопасности. Чтобы ее обеспечить, на территории района реализуется программа «Безопасный регион». Это обеспечение видеонаблюдения на всех дорогах, въезд и выезд из города Видное. Это видеонаблюдение в наших детских спортивных площадках, учреждения, как я уже сказал, образования, здравоохранения, культуры и спорта, в парках. Все видеозаписи фиксируются в районном центре хранения информации, что помогает работе правоохранительных органов. Присутствующим на встрече родителям были розданы специальные анкеты, в которых можно было написать свои вопросы работникам администрации, чтобы обеспечить обратную связь. Родительское собрание было приурочено к приближающейся дате – 90-летию Ленинского района и Московской области. При участии депутата городского поселения Видное Олега Федорова самых инициативных родителей наградили памятными праздничными медалями. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.